Здравствуйте всем. Сегодня мы с вами приехали на завод, который изготавливает вот такие вот полипропиленовые мешки, в которых упаковывают и муку, и много что, да? Муку в основном упаковывают. А, нет, вот нитрат аммония, это всякое сырье упаковывают. В общем, полипропиленовые мешки. И вот на эти вот детишки, значит, он мотает. А, здесь и нитки делают. Сначала нитки, а потом из них плетут мешки, да? Дальше уже. Сюда мотаете, да, нитки? Да, сюда мотаете. Здесь 186 штук. Катушек. Катушек. Потом нитки ставим сюда, и вот потом... Да. Вот заправили нитки, да? Ага, да. И потом мешки. Потом мешки. А, они круглые, что ли, вяжутся, да, сразу? Да. Вот как он стоит. Ну-ка, дайте туда пройдем. А, ниточки идут. Заходят в станок. Вот так плетется. Вот челноки есть. Да, тоже рисуют. Вот эти челноки крутят, да. А это туда будет уходить. Понятно. А, и здесь тоже. Все, короче, круглые мешки сразу, да? Да, сразу. Значит, здесь вы размер задаете, да, наверное, мешкам? Да, здесь вот какой надо. Размер, такой размер даем. И сразу в круговую. Да. Выходят мешки. Вот такие мешки. Как ткань плетут прям. Ух ты, класс. 7-8 миллионов мешки. В год это производит, да? Ну, здесь много станков, да? 15 станков. Это вот 15 станки. Новые. А, вот эти новые. Вот эти новые. Тут 5 штук. А эти 5 лет. Вот эти, да? Чен-чен. Самое вот это... Знаменитая? Да. О, вот. Сюда наматывается. Ну, куда выйдет? Мешки, да? Да, мешки. А там целлофан. А, есть, короче, которые с целлофаном и которые без. Да. Смотря, по заказу, да, по в общем? Что закажут, то и делают. Мы в основном работали химпромом. Для вот этих всяких химических, да? Химическое удобрение. Удобрение. Понятно. Салафан одевает. Ага. Сверху мешок одевает. Да. Вот девчонки вот так вот ряд стоят. Ага. И на эти столы они готовы вот эти бросать. Другие его берут, его чертят, откуда надо шить. В общем, резко здесь, да? Да, упаковочный цех. Да, а там печатный станок стоит. А, вот это потом еще печатает, да? Надпись. А это что за сеточка? Нет, другой сеточка. Ребят там для мухи или там вот это. Для этого не здесь. Понятно. Две сделали мишки. А, три цвета здесь, да? Да. Три барабана? Да. Три цвета. Трехцветная. А, это гравия?